Татьяна. Привет. Привет. Как тебе? Да вообще, у меня просто нет слов. Да? Ты так круто выглядишь. Спасибо большое. Можно я тебя потрогаю там как-то? Да, смотри, кстати, я подкачала, видишь? Не сильно или еще надо? У тебя, видишь, какие бицепсы? Как у моей бабушки в саду груши были такие, знаешь? Вау. И кожа такая классная, я бы себе мокасины пошил из нее. А здесь как? Здесь тоже качаю, видишь? А ну, напряги, напряги. Так, отлично. Да? Даже, ну, ты классно выглядишь. То есть здесь у тебя хорошо, здесь у тебя хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо, но... А где нехорошо? Короче, значит, там у тебя там. Ну, там. Да нет, ну там. Ну, в самом главном месте. Тише, что там? В самом главном месте, там, где изюминка твоя. Я поняла, что там? Там у тебя мышцы. Там у тебя мышцы. Тише. И эти мышцы надо тоже прокачивать. Я не знаю, как у тебя с этим, случалось ли с тобой это когда-нибудь или нет, но вот, знаешь, ну, есть женщины, у которых этого не было вообще никогда. То есть они там слышали об этом и думают, что у них было. Вот как бы они реально пишут смс-ки, ты представляешь, как бы теперь я наконец-то поняла, что такое оргазм. Сходи, сходи туда просто. И все, там, пообщайся как-то. Андрюш, спасибо, я погуглю. Да. Вот. Я думаю, что ты вообще тогда будешь идеальная вообще и снаружи, и внутри. Да, совет Шабанова, конечно, удивительный. Потому что я вообще не думала, что мужчины об этом знают. На самом деле, шутки шутками, но это отдельный совет. И если существуют такие клубы женские, в которых это преподают, и им не стыдно это преподавать, то почему мне должно быть стыдно туда пойти и проверить? Ну, Наталья, я просто первый раз на имбилдинге. Я не знаю, что это, но догадываюсь. Танечка, в жизни все происходит первый раз. А скажите, что вас привело? Просто я в один момент поняла, и друзья мне советуют, что мне не хватает женственности. Я хочу раскрыться в сексуальности, в женственности. Реальных результатов, скажем вот так, воочию, вы их не увидите. Не всем можно показать, я вам так скажу. Конечно, да. Зато вы почувствуете, и ваша половинка тоже вам скажет. Это важно, правда? Это очень важно, потому что гармонизация сексуальных отношений вот, лежит в основе, скажем, крепких отношений. А были ли у вас случаи, когда девушки к вам приходили и усовершенствовались в сексуальном плане, а потом выходили замуж? И замуж выходят. Вот, и блеск в глазах появляется, и здоровье появляется, и деток рожает, и восстанавливается. То есть изменения колоссальные. Кстати, имбилдинг по системе Вагитон – это методика тренажерная. То есть? Есть ряд тренажеров. Притом мышцы разные, интимные. Это и мышцы тазового дна, и вагинального канала, и связочный аппарат. То есть на все мышцы есть свои тренажеры. То есть тренажерный зал для... Да. Вот такой тренажер лазерный. Ой, розовенький такой, женский, да. Тренажер вставляется на мышцы тазового дна. Угу. Вот есть лазерная указка. И вы начинаете работать мышцами. Сжимать, расслаблять, сжимать, расслаблять. И это, я так понимаю, помогает сексе. Укрепляет мышцы тазового дна. После этого тренажера, когда вы почувствуете свои мышцы, вот, мы переходим на тренажер Кегеля. Так. На занятиях вы это увидите. И, кстати, еще хочу сказать, вот есть у меня вот такая книга, вот, «Система Вагитон». Имбилдинг «Система Вагитон», где описываются все-все упражнения, которые вы будете делать. Вы же, я так понимаю, планируете заниматься имбилдингом? Да, ну я хочу посмотреть, что это, конечно. Я могу прямо сейчас на занятия идти. Да, после того, когда я вас протестирую. То есть вы меня протестируете? Вы согласны? Ну да, наверное. Сразу же вы увидите результаты, в каком состоянии ваши мышцы. Я очень хочу узнать, но для этого надо раздеваться? Нет. Тогда все, я согласна. Я одеваю на вас специальный ремень. Таня, постарайтесь сесть так, чтобы попало на промежности датчик попал. Спокойно посидите, пока датчик под вас подстроится. Вот он шевелится. Тихонечко сидите. Так, напрягаем. Напрягаем, отпускаем. Напрягаем. И держим, держим. Молодец, отлично. Держим, 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 держим. Расслабляемся. Тренерша меня смутила, наверное, потому что, ну, странно, когда... я не знаю, я могу говорить слово «анус»? Да? Давай! Там, как это было?
напрягай анус, напрягай анус. И ты понимаешь, ну вроде как это же не видно, как бы можно и напрячь, но с другой стороны все же на тебя смотрят и понимают, что ты делаешь в этот момент. И, давай, 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 напрягай анус. Так, так. Ну это просто было крайне, ну как-то неудобно. 600 грамм сжатия, продолжительность 3,3. Мышцы не тренированы, но для начала это очень неплохой результат. Отлично, классно. И я тогда чего? Пошла переодеваться, да? Здравствуйте. У нас первое занятие по имбилдингу. Начинаем мы с дыхания животом. Внимание все у нас в этой области, где и должно пребывать у женщины. Одну ладошку кладем себе на грудь, вторую на животик. И делаем вдох, надувая животик шариком. При этом грудная клетка у нас не поднимается. Это как? Животик должен хорошо уходить. Это даст возможность вам использовать его в процессе любовных игр. Ого! Конечно. Что я могу добиться вот так делая? Это переходное упражнение к технике удиянок, которая используется как техника втягивания во время сексуальных игр и очень полезна для здоровья. Ей более 2000 лет, она подтягивает органы вверх, у тебя будет всегда красивый животик, вот, и забота о своем здоровье. Смотрите внимательно. Ого! А теперь давайте научимся. Вдыхаем животик, надуваем животик, выдох через рот и расслабленный живот подтягиваем. Подтягиваем вот сюда, в солнечное сплетение. А вот вы говорите, в сексе используется это для чего? Ну, попробуйте втянуть щечки. Чувствуете, какой создается вакуум? Да. То же самое мы чувствуем и там. Так, пробуем. Учимся. Выдыхаем. И втягиваем живот, расслабленный, в солнечное сплетение. Еще, 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 еще. Вот, хорошо, смотри, как у тебя получается. Умничка. Так, а что еще? Техника наули используется в сексуальных играх как техника всасывания. Она дает незабываемое ощущение. Мужчина чувствует, что его куда-то всасывают. Да, но не понимает куда, но очень хочется там остаться. Покажите. Смотрите. То есть вот то, что мы делали до этого, только еще оно еще откуда-то выпирает. Так, а что для этого? Делаем мы точно такое же упражнение, удияно. Коленочки согнули и пробуем вытолкнуть животик мне сюда в ладошки. Вот, шикарно, получилось. Да, получилось. Да. Так же, как у нас получилось. Вот ты можно да. сказать, что ты очень талантлива. Я могу показать, какого эффекта ты можешь добиться в идеале. Да, я очень хочу увидеть. Это такое зрелище. Я, честно говоря, по-женски им завидую. И я просто восхищаюсь ими, я думаю, какие счастливые их мужья, потому что если она такое вытворяет животом, то тем местом я видела видео, как они дротики метают в десятку этим местом. То есть, воу, я правда говорю, не знаю, как это применить на практике, это умение, но я думаю, что это очень хорошо. По крайней мере, для женского здоровья так точно. А это можно только в позиции стоя или... Нет, и сидя. Уже это нереально. Я уже просто жду, не дождусь второго занятия. А на втором занятии мы будем использовать вот такое маленькое, но волшебное вагинальное яичко. Я все правильно понимаю? Все правильно. Его никто не бачит, але воно працює. И с этим яичком со второго занятия мы отправим тебя в большой город. Ты будешь учиться работать своими мышцами, оно будет находиться внутри тебя, делать тебе массаж, увеличивать твою чувствительность и укреплять мышцы. Я была очень удивлена тем, что в этом центре, ну, разговоры между женщинами для меня крайне, ну, такие интимные. Я такое не обсуждаю даже со своими подружками. А тут незнакомая мне женщина приходит и говорит, вот это вагинальный шарик, я сейчас его себе туда, значит, введу. И для них это нормально. И самое интересное, что через полчаса общения с ними это тоже уже нормально. А, вагинальный шарик, о, передай вагинальный шарик. Вот так. Девочки, а как вы понимаете, что у вас все получается, что результаты улучшаются? Потому что вот в спорте я знаю, да, ты быстрее бежишь или больше подходов делаешь, а тут как понять? Уникальность методики в том, что тренажер имеет обратную связь. Это тренажер Кегеля. Сейчас вот эта часть, элемент тренажера будет находиться внутри, а манометр в руках. И тогда ты сможешь наблюдать, какая сила у твоих мышц. Ой, а можно не на мне сегодня показать? Вот на следующем занятии точно. Мы будем заниматься со Светой, а ты посмотришь. О, меня это устраивает. Этот тренажер был разработан акушером-гинекологом Арнольдом Кегелем для лечения стрессового недержания мочи. Но
Начав им пользоваться, как побочный эффект, женщины стали испытывать более яркие ощущения. Он сужает то, что у нас внутри, делает это все более рельефно. А как работает? То есть получается вот это что? Мы сжимаем мышцы и на манометре видим силу, с какой мы это делаем. Ага. Ты можешь контролировать, насколько сильно ты сжимаешь тренажер, который у тебя внутри. Это и есть обратная связь. А это сильно? Ого. Это хорошо. Да? Да. Вот Света какая! Класс! Наверное, есть какое-то даже соревнование между собой, да? Не, у меня было прикольно. Я дома тренировалась, и подходит ребенок и говорит, мамочка, а что ты делаешь? Я говорю, сынок, мышцы качаю. Он такой говорит, давай, мама, давай. Ну, дети помогают в этом. Ну, круто, девчонки. Ну, я не знаю, пойду ли я на второе занятие, но впервые с начала проекта Perfect я об этом никому не расскажу, даже вам. Напряжение внутренних мышц, вагинальное яичко, всасывание и упражнение Кегеля? Никогда бы не подумала, что буду говорить эти слова без стеснения. Никогда бы не думала, что увижу это все собственными глазами в женском центре. Никогда бы не думала, что буду считать это нормальным и даже полезным. Все, что я услышала на имбилдинге, вначале вызвало у меня полнейший шок. Но вы помните тех красоток? Если она может вытворять такое с животом, представляете, что она может сделать, ну и я о том же. Ну, не знаю, как насчет применения этого умения в быту, но в любом случае все упражнения на имбилдинге полезны для женского здоровья. Имея такую подготовку, вы обезопасите себя от кучи болезней и облегчите роды. Алло. Алло. Танюшка, привет, как дела? Привет. Как там твой билдинг? О боже, Катюша, на что, объявление на канале висит об этом или что? Не нервничай, зайка, ну в этом нет ничего страшного. Мне кажется, наоборот, ты должна этим гордиться. Ну я не знаю, для меня это слишком интимно. Тем более у тебя так неплохо получается. Чего? Я имела в виду асфальт гладить и приглаживать мужчин. Все, давай успокоимся, не знаю, пошли лучше со мной на полуденс. Нет, нет. Это не для меня. Тебе очень понравится. Да даже не уговаривай меня, я никогда в жизни туда не пойду. Ничего здесь такого нет, это же не стрип-клуб, где нужно раздеваться, снимать трусы. Это скорее спорт и пластика, это классно. Здравствуйте. Наташа, это Таня. Очень приятно. Привет, это Таня. Это пилон Таня, не бойся. О боже. Вот Катя говорит, что именно это помогает раскрыться. Да, вы правы, вы пришли по адресу. Да. Подходим к пилонам. Выдержит. Да, он вас выдержит, не переживайте. Просто расслабьтесь, пройдитесь вокруг пилона. И давайте тоже с нами. Он крутится. Ничего, держитесь крепче. У меня руки слабые. Они сейчас станут сильными. О, как красиво, молодец. Сейчас и мы так научимся делать. Когда ты смотришь, когда это делает инструктор или Катя, думаешь, да, легко, сейчас, ага. Вообще, ну то есть я тупо вот дубы колдуны, деревянная. Мы делаем шаг на дальнюю ногу. А далеко отсюда больница, если что? Нет, не очень здесь, пешком 10 минут. Шаг, замах, поймали пилон под коленом. Да, о, видишь, отлично. Молодец. Да, я как ты уже висишь. Давайте я вам сейчас покажу. Пик. Когда смотришь, да, вот показывают вот эти чемпионаты по стриптизу, по стрип-пластике, это кажется так легко. А вообще легко. Смотрите, сейчас попробуем залезть наверх и ставим удобную ногу, любую, которую вам хочется, по диагонали, так, чтобы колено касалось пилона и стопа касалась пилона. Ручки. И второй накрываем пилон. И пробуем коленями зажать пилон, просто повисеть на нем. Пилон должен быть между колен, не между бедер. Давайте, Таня, у вас получится. Да, только голени накрест, Тань, голени накрест. Да, коленями зажимайте пилон. И мы делаем то же самое движение, но только с продолжением. Мы закручиваемся за пилон, уходим вниз. Раскручиваемся и уходим в прогиб. Делаем мах. И крутимся, крутимся, еще. Ух ты. Не то, что я показывала, но очень красиво. Так? She's hot.
До сегодняшнего дня я считала себя пластичной. Ну, окей, хотя бы не деревянной. Как же я ошибалась? Стрип-пластика – это адский труд, я вам скажу, девочки. Теперь я четко понимаю, за что в стрип-клубах так много платят танцовщицам. Уже через час мне болело все. Пальцы, руки, ноги, внутренняя сторона бедра и даже колени превратились в одну большую гематому. Ну как же это красиво! Сексуально, нежно и женственно. Говорят, что уже через пару занятий начинает получаться. Тело тренируется полностью, и можно одной стрип-пластикой заменить спортзалы, пробежки и йоги. Но, видимо, это не мое. Ну и вообще, если честно, мне кажется, что все эти умения, которые можно получить на стрип-пластике, уместно показывать, на самом деле, одному человеку, твоему любимому. И раздеваться — это не значит быть сексуальной. Я нашла статью о женщинах, которые, полностью закрытые в одежде, могут свести любого мужчину с ума. Сегодня мы с вами будем учиться очень многому, но будем учиться через чайную церемонию. Чайная церемония что, помогает как-то соблазнить мужчину или как? И это тоже. Конечно. Соблазнять нужно умом. То есть что получается, книги надо читать или что вы имеете в виду? А вы помните, есть такая чудесная сказка «Тысяча и одна ночь»? Да. Да? Вот если бы она не знала тысячи сказок, каким образом она могла бы воспитать своего мужчину? А как воспитать своего мужчину? Сначала нужно стать настоящей женщиной, чтобы у него была в тебе потребность. А как вот развивать в себе эту женственность? Начнем с правильной одежды. В вашем гардеробе должна быть в основном женственная одежда. Женщинам, которые хотят развить свою женственность, советуют первые 2-3 недели вообще не одевать штаны, постоянно ходить в платьях и юбках. Это правда вообще? Я согласна, потому что таким образом мы получаем больше энергии Земли. То, что нравится мужчинам и женщине, это чистота. И эта чистота имеется в виду не только внешняя, но еще и внутренняя, правда? Поэтому утром мы начинаем или с йоги, или с тэдзи-цюань, то есть каких-то упражнений, которые позволяют нам очиститься и наполниться энергией. Завтракаем правильно, так как положено женщине. А как положено женщине? Ну вот ваш завтрак из чего состоит? Его нет. Работа, бегу. Это неправильно. Это обязательно должно быть либо фреш, кофе, кусочек сыра, немножко салатика, овсянки. Мне всегда было интересно, какой должен быть запах у женщины. Ну, то есть, чем она должна пахнуть? Вы так приятно пахнете. Что-то особенное в этом тоже есть? Вот вы знаете, у мужчин обоняние гораздо серьезнее, чем у женщин. Серьезно. И кроме естественного, чистого, хорошего запаха, на женском теле должно быть как минимум 3 запаха. Сколько? 3? То есть... Получается, на тело... Смешивать? На разные участки тела. Разные духи? 3 разных запаха. Я думаю, что я сейчас назову, и вы их узнаете. Иланг-иланг. Угу. Это на нижнюю чакру. Это куда мазать? Нижняя туда? Чакра. Туда? Ноги, бедра, живот и крестец. Да? Однозначно. Средний уровень у нас сердце. Как вы думаете, какой здесь запах? Это нежный какой-то, цветочный. Но он может быть даже более глубоким. Вот роза, это тоже, можно сказать, для сердечной чакры. Может быть, даже вот вербена тоже на сердечную чакру. И вверху однозначно должен быть очень легкий аромат свежести. Мужчины очень любят свежесть. Если вы хотите, чтобы мужчина хотел с вами общаться и дальше, хорошо, если это будет сладкий апельсин, потому что сладкий апельсин, он позволяет легко вести беседу. И, кстати, вот у вас такой мелодичный, приятный голос, я заметила, да, вот это нужно в себе развивать, нужно этому учиться, или это у вас природный дар? Это один из секретов соблазнения мужчины. Вы занимались вокалом? Да. Да? Вы помните, подтягиваем живот и как будто бы поем, распеваем. Я взяла чашечку, я чашечку буду нести. То есть, когда ты научишься говорить, как петь, у тебя твой голос начнет литься. А он не заснет? Вот если так с ним постоянно говорить. А вы попробуйте. Вот такая фраза, которую вообще женщинам очень сложно сказать, но мужчины ее всегда хотят слышать. Я хочу тебя. Хочу тебя. Я хочу тебя. Видишь? Это называется сексуальный голос. Я хочу тебя. Смотри, она еще и глазами делает. Вот именно очень правильный взгляд, да? Вот такой взгляд, когда слегка прижмурилась, а потом расширила глаза. Супер, ты очень солнечная. Да? То есть у меня получится? Однозначно. Ну а что, а эта идея, вот разговаривать таким голосом, быть такой женственной, как Ольга, мне кажется, может, это и нравится на самом деле мужчинам.
Чей Валан? Валан чей?